Встречайте Рустор, новый магазин приложений. Рустор — это широкий выбор, гарантированный доступ к приложениям. Можно обновлять, здесь безопасно. Рустор — официальный магазин приложений для Android. ВК — место встречи. Это специальный праздничный выпуск. Мы в очередной раз поздравляем всю страну с наступающим. Антон, ты находишься в специальной декорации. К тебе уже приделаны шокеры. Абсолютно верно. На тебе они белого цвета, они работают. Та-та-та-ра-та-та-та! Я буду тебя бить током, когда нам будет встречаться понятная для нас и совершенно незнакомая для тебя буква. Ты папа, который заказал Деда Мороза для ребенка. И вот ты ждешь этого Деда Мороза, и будь уверен, Дед Мороз в какой-то момент появится. Самое главное, что он с тобой будет ровно в таком же положении. Буду лупашить его током тоже. Но очень весело, и по-новогоднему сегодня я буду это делать, конечно. Поехали, шокеры! Где же Дед Мороз? Где же Дед Мороз? Пока выпью шампанского. Ой! Дед Мороз в здравствуйте. Вы Дед Мороз? Да. Это может стать проблемой. Докажите, что вы Дед Мороз. Сейчас. Что у вас в руках? В руках. Наряд. Борода. Да. И шапка. 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 Сейчас я... Одену. Возьмите ее. Мешок. Мешок. Что за мешок? Красный. Хватит! Я шестуна специально, он знает букву, и он издевается над тобой, Мигель. Я возьму холодец. И тоже неправильно. Холодец? Вкусный. Это буква «С». Да! Поменяли буковку? Ой, Мигель, тебя бьет током лучше всех в мире. Мне больно. Вы не понимаете, как мне больно. Понятно. Но ты говоришь, а там уже есть буква, которую нельзя... Посмотрим. Когда ты тупа? Как вы готовите? Ай, ты тупа! Буква «Т».
Оливье. Ой! Я подниму. Чё молчим? Ай, да почему? Почему? Я жду. Я тоже жду. Ай, да... Оливки. Добавим? Конечно. Ой, тут, тут, тут. Размешиваем. Французский рецепт. Выпьем. Не-не-не-не-не-не-не. Скажите... А... Где же тарелки? О, яичко! Куда же вы, на балкон? А, так стоп! Простите, Мигель, вы просто ходите туда-сюда, меняйтесь. Я ударил не того, Мигель, прости. Я ударю шестуна два раза. Да за что? За дело. Фу. Очень. Больно! Произнесите тост. Дай, дай, дай! Т. Я не знал. Скажите букву. Блин, ну скажите букву. А мы все ее знаем? Конечно. О! Буква О! О, да, 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 да! Как из обычного музыкального трека сделать конфетку? Все очень просто. Нужно сочинить стихи, придумать мелодию, записать вокал, сделать мастеринг, найти продюсера. А можно еще проще. Отдать свой трек профессионалам на ТНТ, которые сделают из него 100% хит. Как вы думаете, кто взялся за вашу песню? Маша Распутина. Мне кажется, это могла бы быть Лолита. Ты просто залез сейчас в мою голову. Сидел в одиночестве там, Оля. Смотри новое музыкальное шоу «Конфетка» 28 января в 9 вечера на ТНТ. Ooh.